твою лепту. Я вот книгу завершил. А ты? Сергей Кургинян, С.Ф. Иаков. Судьба развития в России и мире. Том 1. Перестройка 2. Методологическое введение. Любая книга — это объемное и композиционно внятное обсуждение чего-то. Но ведь ничего угодно. Чего же? Есть протокольные, ничего не выражающие формулировки, согласно которым обсуждаемое должно быть актуальным или общезначимым. Давайте для начала договоримся называть любое обсуждаемое вопросом. И признаем очевидное, что есть вопросы актуальные и общезначимые, но мертвые. А есть вопросы, вроде бы и гроша ломаного не стоящие, но живые. Состояние вопроса, живой он или мертвый, является главным условием возможности или невозможности написания книги, в которой этот вопрос обсуждается. При этом состояние вопроса изменчиво. Сегодня тот или иной вопрос живой, и все помирают от желания его обсуждать. А завтра он мертвее мертвого. И обсуждать его тогда бессмысленно. Ну, бессмысленно, и все тут. То, как этот вопрос из живого превратился в мертвый, обсуждать можно. А сам вопрос не-не. Что значит не-не? Об этом можно отдельную книгу написать. Сослаться на диетез его философии жизни, на метафизику живого и мертвого. Но я же не собираюсь на эту тему книгу писать. И потому воспользуюсь принципом разъясняющих метафор. Вы участвуете в танцевальном вечере. И можете выбрать себе партнершу, который тут хозяин-барин, может быть блондинкой или брюнеткой, худышкой или толстушкой, низенькой или дылкой, и так далее. Но если бы вместо партнерши притащиться на танцевальный вечер изрядно исследовавший грудь, скелет из анатомического кабинета или даже очень убедительный в плане человекоподобия манекен, то можно ли ваше вальсирование с подобными объектами назвать участием в танцевальном вечере? Это можно назвать эпатажем, попыткой сорвать танцевальный вечер или же попыткой превратить невинный вечер танцы в вампуку, хэппининг или даже черную мессу. Но участием в танцевальном вечере это, согласитесь, назвать ну никак нельзя. Вот то же самое и с обсуждаемыми вопросами. С той лишь разницей, что манекен от живого человека отличить пары пустяков. А живой вопрос от мертвого поди еще отличи. Кроме того, манекен это, так сказать, навсегда. А вопрос, он сегодня живой, завтра мертвый, послезавтра опять живой. Скажут, и слава богу. Сумели угадать, что вопрос снова оживит, начали его обсуждать заблаговременно, выиграли будущее. А другие пусть себе убиваются обсуждением разного рода сиюминутностей. В полемической запальчивости чего только не скажешь. А как постынешь да пораскинешь мозгами, то обнаружишь, причем с беспощадной очевидностью, что никто и никогда в книгах не обсуждал вопросов мертвых на момент написания книги. В таких случаях иногда, кстати, крайне редко, сочиняется какой-нибудь секретный манускрипт. Или проводится узкий коллоквиум в кругу ценителей, особо безразличных к сиюминутному. Но книги пишутся и печатаются только ради обсуждения живых вопросов. Причем подчеркну еще раз живых именно на момент, когда создается книга. По качеству своему книги чем отличаются друг от друга? Тем, насколько автор продвинулся вперед в плане разрешения того или иного, но именно живого больного, животрепещущего на момент написания книги вопроса. Никто не мог этот животрепещущий вопрос разрешить, а ты разрешил. Никто даже подходы к решению такого вопроса найти не мог, а ты нашел. Никто не понимал, насколько вопрос животрепещущий, а ты понял. Понял и другим объяснил. Но мертвый вопрос в книге обсуждать, рассчитывая на его воскрешение, бессмысленно и смешно. Вопросы, знаете ли, не так воскрешают. Почему не так? Потому что вас, видимо, моя метафора с танцевальным вечером не убеждает. Приведу еще одну. Более грубую, но, как мне кажется, доходчивую до нельзя. Вы можете восхищаться мраморной статуей Проксителя. Но детей, коль скоро вы соберетесь их заводить, вы заводить будете от живой женщины. Наверняка менее совершенной, чем эта статуя, но живой. Вот так и с книгами, а не суть дети авторского брака с живым вопросом. Уверяю вас, что между этой моей метафорой и ситуацией с созданием книги соответствие абсолютное. То, что называется один к одному. Понимая, что никакие метафоры никого никогда ни в чем окончательно убедить не могут, я долго подыскивал убедительно не безинтересный пример. И не абы какой, но и наглядный, имеющий отношение к вопросу, который я вознамерился обсуждать в этой книге. То бишь к судьбе развития. А когда я, наконец, подыскал отвечающий этим требованиям пример, то мне стало как-то не по себе. Но тем не менее я его приведу. Мы не обсуждаем сейчас проблему полета человека на Марс. Я имею в виду подмо общество, достаточно широкие группы мыслящих людей, а не очень узкие коллективы специалистов.
Такое мы сегодня очевидным образом не обсуждаем полет человека на Марс. Но вчера оно обсуждало этот вопрос, да еще с какой страстностью. Вчера это 50 и более лет назад. Сегодня это сегодня, в 2009 году, когда пишется данная книга. Значит, вопрос полет человека на Марс вчера был живым, а сегодня очевидным образом является мертвым. И это при том, что технических возможностей у человечества сегодня уж никак не меньше, чем вчера. А вот желание тратиться эмоционально, интеллектуально, даже экзистенциально на обсуждение этого самого полета на Марс, нет его сегодня, этого желания, и все тут. Можно спорить по поводу того, почему в 1959 году страсти по поводу полета человека на Марс были накалены до предела, почему в 1968 году страсти эти подостыли, а в 1978 от них не осталось и следа. Можно соотносить эту метаморфозу с очень-очень многим, включая впрямь не лишенные странности советско-американские договоренности об одномоментном двустороннем замораживании, а на самом деле закрытии проектов «Союз» и «Аполлон», но это не значит обсуждать проблему полета человека на Марс. Это значит обсуждать под оплекой определенных международных элитных игр, и это можно обсуждать, а полет на Марс почему не обсуждается, а? Только потому, что актуальность той или иной темы и ее элитная востребованность взаимоувязаны? На первый взгляд, это действительно так, зачем обсуждать тему полета человека на Марс, если ясно, что все, кто мог бы поднапрячься и послать на Марс этого самого человека, а, поднапрячься явным образом не хотят и, абсолютно не понимают, на черт им этот самый человек на планете Марс. Так-то оно так, но в эпоху Жюля Верна, то есть не вчера даже, а позапозавчера, никакие элиты человека на Марс отправить не могли, а публика зачитывалась соответствующей литературой. Да и в эпоху Алиты, то есть позавчера, тоже зачитывалось. Да и в последующую эпоху, то есть вчера, зачитывалось же, согласитесь. Причем не только научно-фантастической, но и научно-популярной литературой, в которой этот вопрос обсуждался. В пользу этого моего утверждения можно привести доказательства от противного. Есть такой старый и далеко не безобидный советский фильм «Карнавальная ночь». В нем комедийный артист Филиппов играет лектора, которому правком заказал лекцию по вопросу о жизни на Марсе. Лектор надирается в стельку и вместо лекции отплясывает буйный кавказский танец, приговаривая: «Есть ли жизнь на Марсе? Нет ли жизни на Марсе? Это науке неизвестно, аса». Казалось бы, это примерно тема о том, что к моменту снятия Эльдаром Рязановым фильма «Карнавальная ночь» вопрос о жизни на Марсе, а значит и о полетах на Марс, был уже мертвым. А нет. Профсоюзный комитет почему-то заказал лектору лекцию по вопросу о жизни на Марсе, а почему он заказал лектору лекцию на эту тему, а не на какую-нибудь другую, например, о здоровом образе жизни? Ответ однозначен. Потому что на момент создания фильма этот самый марсианский вопрос был еще жив и в каком-то смысле грел коллективную советскую народную душу. А создателю фильма это очень не нравилось. И он это высмеивал. То бишь отбивал живой еще, к его сожалению, вопрос. Но даже для того, чтобы он мог этот вопрос высмеивать, вопрос должен был быть живым. И в том, что он его высмеивает, абсолютное доказательство того, что вопрос был живым. Не был бы он живым, никто бы не понял юмора. Правком он ведь не профессор из планетария, которому что мертвый вопрос, что живой. Правком на то и правком, чтобы держать нос по ветру. Не грел бы в каком-то смысле марсианский вопрос коллективной души, правком на другую тему лекцию бы заказал. Другое дело, что правком, для Рязанова метафора цепляющийся за уходящий сталинизм власти, считает, что на празднике надо возвышать массы с помощью лекций, а Рязанов и те новые властные группы, которые его поддерживают, считают, что на празднике массы надо, как минимум, ублажать, а как максимум, развращать.